Первое место не за горами, лишь бы кто-нибудь нам не поддал заранее. Вау, ребят! Ну же, что же ты тут едешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, нет! Привет, ребята! Вы на канале Горячие Игрушки, и сегодня мы играем в Рэгфест! Снова Рэгфест, он нас зацепил, и мы решили прокачать нашу семерку. Смотрите, вместе с нами прокачивайте. Посмотрите, можно было... Это называется тюнинг. Тюнинг, смотрите, можно менять морду, цвет просто морды. Просто это тюнингище. Можно прокачать бампера, посмотрите. Да, ребят. Так, ребята, решеточку. Воу, как красиво. Можно прокачать еще двигатель, но у нас денег может не хватить. Поехали. Дальше. Вот боковые швеллера. Вот, ну что, можем выбрать. Теперь мы у нас... У меня даже слов не находится. Мы начинаем нашу гонку. Уже на собственном корче, да? Да. Посмотрите, что мы взад поставили. А мы взад поставили. Чтобы тот, кто врезается, крошил себе морду. Поехали. Пап, давай скажем вопрос ребятам. Давай. Какой? Ну, например, кто знает, что сзади, ребята? Да, что это такое? Отбойник, да? Напишите в комментариях. Отлично. Ой-ой-ой, какое место-то у нас? Первый круг, десятое. Это мясорубка. Десятое место, ребята, ну тут крошево начинается. Прокачанная лада едет по глине. Кто из соперников выйдет из строя? Да. Так, давай дальше. Крутой рыбак, ребят. Так, седьмое место у нас уже. Седьмое. Надо держать. Так, вылетел. Шестое. Там 24? Шестое. Пятое. Да, ребят, мы сейчас всех обгоним. Пятое, но машину надо готовить именно к глине, хотя на асфальте она тут тоже нормально едет. Да. Пятое место, ну четвертое будет. Четвертое! Да, ребята, есть. Первое место не за горами, лишь бы кто-нибудь нам не поддал заранее. Вау, ребят! Да что? Что было? Что, вот кто-то поддал заранее, ребята. Да, ребят, кто-то поддал. Зачитал я рэп и сразу же в аварию. Посмотри, что погнали дальше, мы прям на тачке. Это наш тазик горящий из-под капота. Что же будет дальше? Ты не в курсе, а? Нет, но наша тачка прокачана. 12-я позиция. Наша посмотри, тачка прокачана. Сколько позиций мы потеряли после того удара. Пау. Все. Ну да, мы едем в тачке, но она прокачана. Мы едем в тачке, но она ждет опять прокачки. Потому что ее разбили. Пробуем еще раз. Мы не верим, что мы проиграли на такой крутой машине. Да, ребят, мы думаем, что мы должны... Мы должны выиграть. Дави... Так, нажимай на газ. Дави на газ прямо. Дави на газ, чтобы ехал наш ВАЗ. Дави на газ прямо сейчас. Давай. Да, дави на газ прямо сейчас, чтобы круто ехал наш ВАЗ. Дальше. Да ты что, папа, это же другой клип, ты не помнишь? В лес! Опять позиции теряю. Второе же место было, а теперь шестое, седьмое. Сразу смотри, сколько машин проскочило. А, десятое место, нужно сейчас будет их обогнать. А было-то второе. А куда он поехал? А он пытается обогнать. Нет, а уже оттуда не... А вот он можно было объехать, оказывается. Обгонять. Да, он схитрил. Он один там ехал справа. Давай, еще давай. Давай. Сколько покрышек? 11 место. Похоже, мы и здесь проиграем. Неужели? Ну, сейчас... Так, двое уже вылетели. Ладно, 9-я позиция сразу стала. Ну, эти вылетели. 7-я сразу позиция стала. Вот хорошо, когда они улетают с трассы, мы сразу позиции занимаем. Ну же, что же ты тут едешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот видишь, 7-я, 8-я уже, 9-я. 18-я, вот ставишь машину, ну... Там просто вообще. Ребята, все, победи. Нет. Что с машиной, ребята? 19-я позиция. Да. Ну едем. Нам надо доехать до финиша, чтобы закончилась игра. Два круга проехали. Ну, доедем, нет? Но. Еле едет уже. Все, да, заканчивается, нет? Заканчивается, ну да гонка, ну и какое место-то будет? Мы последние, что ли? Никого нету. Да неужели, ребят? Похоже...
Похоже, мы были последние, ребята. 18 место у нас, ребята. Да, это был удар. Смотри, колеса нет. Колеса нету. Как мы ехали вообще? Ну что, давай теперь наш любимый заездик по чему? По? По восьмерке! Да, ребят, это почти как в Hot Wheels. В прошлый раз мы здесь проиграли начисто, а теперь мы постараемся... А тебе, ребята, нам нужно выигрывать по-любому. А у нас позиция номер 6. Сейчас будет прыжок, и мы, надеюсь, что-нибудь исправим. Ну-ка. Ой-ой-ой, аккуратно. Главное, вот здесь вот, когда падаешь, ни с кем не это, да? Да. Поехали. 5-я позиция. Ну, сделаем, как ты думаешь? Я думаю, что да. Прыжок. Да, какая 4-я, 3-я уже, 2-я сразу. Да, 2-я. Ну, удар. Вынесли, 1-я позиция, держись. Давай, 1-я позиция. Держись, братан. А у нас какое место? 1-е. Теперь только бы не врезаться. Да, только бы не врезаться. Жми на гашетку на нашем УАЗе, чтобы... Что? Ты видел это? Дворник дернулся. Так, поехали. Мы на 4-м месте. Ребята, давайте ваши речитативы, поддержите нас. Мы на первом месте, это круг 4-й. Вот здесь, вот голова мне врезаться, ну... А, мы на первом. Мы вынесли кого-то. А, уже 4-я позиция? Да, нет, 1-я позиция, 1-я. А круг 4-й. Поехали, 5-й круг пошел, еще 2 круга, и мы победители. Ай, удары какие, смотри. Да, ребят, мы победители. Ты смотри, машина еще держится. Главное сейчас не врезаться. Главное не врезаться. Так, ну, здесь будет прыжок, и вот самое опасное, летят машины. Летят машины! Мы его все равно. Не он нас, а мы его. Главное, чтобы в нас никто сбоку не въехал. Да. Сейчас кто-то в бочину заедет. Так, будет 6-й круг. 6-й, последний круг. Выигрываем? Да, 1-е место еще идет. Зеленая. Этот уже слабак. Да? Да, это слабак. Но! Этот не сможет у нас победить. Но! Здесь, но все. Аккуратно. Нет, еще одна. Победа близко. Победа только за нами. Только за нами. И здесь, вот здесь, все, в последний они задолтались. Завершено 1-е место, ребята. Еее, 513 тысяч. А в прошлый раз было 200 с чем-то тысяч. Так что мы определенно сделали. Да, ребята, мы сделали свое дело. Если вам понравилась эта игра, мы можем повторить, но уже на другой тачке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорёшина Игруши. И не забудьте заходить на мой инстаграм. Бам-бам.